аллейка, хосты, кустарнички. Хочу розу посмотреть, вот эту разновидность. Какие красивые. Молоденькие розы еще. Сейчас там экскурсия. Деток привезли, экскурсовод нас попросила подождать. Потом проведет для нас еще экскурсию. Деревья такие старые. Дуб. Дубы. Дубовая рощица такая. И ель стоит. Балкончики, дом. Строили люди на века. Добротный такой дом. Фонтан. Пока не работает, видимо. Включают иногда. Люстры шикарные. Там видно, что и висят. Интересно бы зайти посмотреть. Можно зайти? А здесь в основном ели уже и клен. А там вот дубовая была. Уже и срезаны деревья. И спилены. Это другая сторона дома. Там тоже фонтанчик какой-то. Для прогулок есть где здесь. Балкончик. Балконы какие красивые. Фабрикант. Это точно дом не помещика, а фабриканта. Владелец.